Бахман, 1389 год, январь 2011 год. Война ввергла Сирию в кризис. У главы ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади была мечта о создании исламского государства Ирака и Сирии. Города пали один за другим, а те города, которые не сдавались, подвергались жестокой осаде. Это было началом человеческой катастрофы. Небо было единственной возможностью доставлять помощь. Иранские пилоты стали первыми, кто достал... Первая серия нашего геймплея, того самого. Так, тут это основная флешка, что нам нужно будет во время всей игры. Все работает, все как надо. Сейчас проверим, что у нас тут. Мы все равно нашли. Ангары. Не знаю.
Короче, прошло около, наверное, часов 3-4 момента того, как мы начали эти все боевые действия. За все время так ничего и не поменялось. Так все было, так все и осталось. Перенесли базу всю на улицу, чтобы было поудобнее работать. Но насчет ничего не поменялось. Пока что ничего не ясно. Охранять, охранять и охранять. Приказа нет. Реально. Командование. Там нам пока ничего не ясно. Все время ни одного приказа не было. Задача лишь одно. Охранять объект. В случае чего при нахождении чужих сразу открывать невидимый огонь. Ясно лишь одно, что мне пока ничего не понятно. Мы находимся в Сирии, 2011 год сейчас. Май 2011 года. Все пока тихо. Зона боевых действий находится в 20 километрах отсюда. Из чего можно сделать выводы одно. Пока никого. Да.
Прием, у нас недалеко выстрелы идут. Прием, что делать? Прием, понял. Остаемся на местах. Сейчас тогда идем на разведку, посмотрим, что за звуки выстрелов там входят. Вот и тот самый строгий объект. Нашли более чем конца 100%. Было слышно и не видно, откуда были звуки слышны.